4 июня 2020 года. Сегодня мы приветствуем вас из самого моего любимого района в Иерусалиме. Это район Пискат-Зеев. Находится он на севере Иерусалима, уже не на территории колена Иудина, а на территории колена Вениамина. Практически на краю Вениамина уже дальше начинается Самария. Та самая Самария, в которой находится город Наблус, Сихем, куда мы с вами так мельком, но все же уже ездили, побывали там у колодца праотца Якова, где Господь беседовал с самарянкой. Помните? Ну вот. Мы находимся в одном из замечательных парков Пискат-Зеев. В Пискат-Зееве вообще очень много парков на холмах. У нас вообще сплошные холмы в Иерусалиме. И вот Пискат-Зеев устроен таким образом, что на склонах живут люди, то есть это спальный район типичный, а на вершинах холмов располагаются парки. Мало того, здесь есть еще археологические раскопки, очень интересные. Но обо всем по порядку. Сперва давайте посмотрим на парк. У нас, конечно же, камни повсюду, это понятно. Вот такие вот сосны. Я уже стою на практически у подъема на самую-самую вершину парка. Сейчас мы с вами туда пойдем и рассмотрим потрясающий вид, который отсюда открывается. Тут такие немножко нехоженые тропы, но мы всегда с Рафаэлом любили ходить по таким местам. Так что вот и вас водим по нашим иерусалимским камням. Так, главное не свалиться. Вот такой здесь сосновый лес на камнях. И сейчас уже совсем рядом вершина. Трава, конечно, сухая. Уже у нас дожди кончились. Теперь до ноября еще месяцев 5 надо подождать. Но вообще июнь в этом году очень приятный. Облачка. Это так немножко нетипично для нас. Чуть прохладнее, чем обычно. Так, а вон и наш папа с Касей. Вау! Боже мой! Сколько лет мы с тобой здесь не были, а? Я в этом районе практически выросла. Когда мои родители и я были вынуждены остаться в Израиле, нашу длинную историю я уже рассказывала, повторять не буду, то мы как раз жили в этом районе. Мы здесь, конечно, сменили массу съемных квартир, переезжали с одной улицы на другую, район очень большой, но для меня это какая-то такая вот вторая родина после Москвы, после Сокольников фактически. И когда мы с Рафаилом еще встречались, были женихом и невестой, мы здесь тоже гуляли, ходили, и здесь же мы Марту воспитывали. Первые 5 лет после свадьбы мы жили в этом районе. Но ты его не очень любишь. Да дело не в этом. Да для меня даже дело не в том, что это Пискат-Зеев. Для меня вот эта гора, называется по-арабски, кстати, Рас-Ат-Тауиль, то есть высокая гора, сама по себе. Потому что я район Пискат-Зеев терпеть не могу. Я считаю, что безграмотно его строили. Это просто испортил вообще Иерусалим. Смыл границы, которые раньше были, потому что исторически место, где мы находимся сейчас, не имеет никакого отношения к Иерусалиму. Здесь уже разные палестинские деревушки, которые находятся по пути Рамалла как раз. Вот Рамалла, вот совсем рядышком вот это вот провода там, это уже разные районы Рамалла. Но то, что смешно, что у меня друг Дима вот жил раньше вот здесь, в районе Неве-Якове, и мы там сидели там у него и смотрели как раз в эту сторону, в сторону вот этой Рас-Ат-Тауиль, который я так и никогда и не посещал до того, когда не встретился с Анной. То, что очень смешно. Так что у нас были такие свидания были, так что место особое, особое святое. Также потому, что здесь был храм, византийский храм, и здесь жили еще в периоде 1000 лет до Рождества Христова, то есть, скорее всего, со времен царя Давида. Есть такое предположение, что вот, эта гора, Рас-Аффуль называется, это король Хусейн пытался, иорданский король Хусейн из Хасимитского дома пытался
дворец там построить, и вот так и не получилось достроить, до сих пор стоит там в полузастроенном виде, но некоторые считают, что это могло быть дворец царя Саула. Так что вот царь Саул здесь, гора Елеонская, ну вот почти видно вот здесь. Так что мы между Иерусалимом и Рамалла, то что очень, поэтому точка, конечно, замечательная. Здесь всегда еще ветерок бывает. Даже сегодня, когда вроде бы жарко так, такой ветер сильный. Поэтому, когда мы здесь были тогда с Анной, хоть было летом, она вдруг жаловалась, что ей холодно. Вот, помнишь такое? Помню. Еще бы я не помнила, как мне тогда стало холодно. Это было, по сути дела, наше первое свидание. Хотя мы тогда только дружили, и я, в общем-то, на ухаживание своего будущего мужа, скажем так, никак не реагировала и не отвечала, всерьез не воспринимала. А тут я замерзла. Рафаэл меня первый раз обнял. Ну и дальше начался уже наш роман с этого момента. Для меня этот район – это удивительные воспоминания. Вот Рафаэл его не любит, и я понимаю, почему. Это такой спальный, очень израильский, очень такой светский район. Но представьте себе, вот я совсем была девчонкой, мне было 18-19 лет тогда. Мы неожиданно остались в Израиле. До этого мы жили в отелях, родители решили снять квартиру еще до того, как мы неожиданно остались, понимая, что нам дорого очень платить постоянно за отель. Лучше иметь квартиру, когда работа требует, мы приезжаем в Израиль, там останавливаемся. И вот вдруг мы остались. Эта квартира была для нас слишком дорогой. Мы переехали на совсем маленькую квартирку. Мебели вообще не было. Случайно мимо проезжала машина со старой мебелью, родители подошли и говорят, можно нам вот эти диваны? А они говорят, ну ладно, хорошо, назвали какую-то символическую сумму, мы получили старые ободранные диваны, но мы были счастливы хотя бы не сидеть на полу. То есть это была жизнь, когда мы считали сыр купить или курицу на обед, когда ели часто очень макароны и картошку, когда я мечтала, с одной стороны, вернуться в Москву и считала дни и молила Бога о том, чтобы вернуться домой, а с другой стороны, вот именно через этот район я начинала потихоньку любить Иерусалим. И, конечно, происходило это благодаря видам. В какой бы квартире мы здесь ни жили, куда бы ни переезжали, все время были виды из окна. Вот особенно я люблю вид на Иудейскую пустыню и на Самарию. Эти виды меняются в разное время года, при разной погоде. Вот сейчас тучки набежали, вы можете видеть, как это меняется прямо в кадре. Эти виды меня необыкновенно очаровывали, завлекали, увлекали. Увлекали не только красотой, но и смыслом. Ведь представьте себе, Иудейская пустыня. Там жили подвижники, преподобный Савва, Ефимий... Византийский дух. Византийский дух, да. Там жили преподобный Савва, Ефимий Великий, Герасим Иорданский. Там сейчас Лавра Саввы Священного. Там ниже Иорданская долина, Аравийские горы, это государство Иордании. Сегодня плохо видно, дымка. Чуть левее, на север, Самария. Это вообще первая столица Израильского царства. Там же колодец, где Господь с Самарянкой беседовал. Там Авраам, Исаак, Иаков ходили. То есть это целая вообще вот история библейская, о которой до этого в городе Москве я только читала, а теперь я в ней, оказывается, могу жить. И вот эта горка очень быстро стала у нас, еще до знакомства с Рафаэлом, у нас с мамой любимым местом. Мы приходили сюда, и почему-то нам всегда хотелось здесь молиться. О раскопках мы, конечно, ничего тогда не знали, потому что я достаточно плохо еще знала иврит, и ни на русском, ни на английском об этих раскопках ничего нет. И вот просто интуитивно мы приходили с мамой молиться, при том чаще всего именно в 20-е праздники. Вернувшись после какой-нибудь службы там, на гробе Господнем или в монастырях каких-то, да, в старом городе, попив чаю, папа мой часто засыпал, он был пожилой, а мы с мамой говорили, пойдем на нашу горку, помолимся. Мы приходили сюда, пели тропарь празднику, иногда даже прямо на камнях зажигали свечи. И вот однажды мы приходим, а здесь какая-то женщина, дело было зимой, собирает травы и что-то в книжку записывает. И я к ней подошла и говорю, простите, что вы собираете? На иврите, естественно. Она говорит, я преподаю в еврейском университете. На этом холме растет множество уникальных совершенно растений. И я здесь собираюсь своим студентам проводить экскурсию, к ней готовлюсь. Я говорю, а вы случайно ничего не знаете об этом месте, что здесь было? И она мне рассказала,
что был один археолог из Австралии. Жил он у нас здесь, в Писгадзееве, и проводил здесь не то чтобы раскопки, он раскопки особо не мог провести, у него денег не было, ну как бы исследование. И он определил, что здесь был монастырь в византийский период. Мы с мамой просто не то что возликовали, а удивились, насколько Господь дал нам почувствовать благодать этого места, совершенно ничего о нем не знает. Тогда мы уже стали приходить сюда осмысленно. И когда мы познакомились с Рафаилом, он приходил уже в гости к нам, то я специально привела его сюда показать ему это место. И уже потом вместе мы читали и узнавали о действительно раскопках. Здесь остались ступени монастыря, остались ступени вход, скорее всего, в храм, как предполагают. Осталась алтарная часть. По крайней мере, так считают, да, точно мы, конечно, сказать не можем. А здесь многое, конечно, под землей, и поэтому сделали такие решетки, чтобы хулиганы не залезали, не курили там, но это понятно. Вот такое потрясающее совершенно место. А вот здесь располагался пресс для оливкового масла или точила для вина. Жители Писгадзеева в основном служащие. Живут, как у нас говорят, от шабата до шабата, то есть от выходных до выходных. Поэтому в будние дни в парке тихо, а вот зато в пятницу, субботу много деток, на лужайках люди делают пикники. Весь этот парк насажен искусственно, и к каждому дереву подведена трубочка с капельным орошением, включает ее компьютер дважды в день. В каждый сезон здесь что-то цветет. Зимой это розы всех цветов, сортов и видов. А сейчас вот гранатовое дерево. В Писгадзееве много домов коттеджного типа, то есть с отдельным входом и садом. Район этот не самый дорогой, но даже здесь цены, увы, кусаются. Небольшая по размеру четырехкомнатная квартира будет стоить здесь не менее 400 тысяч долларов, а если в хорошем состоянии, то и полмиллиона. Съем тоже обойдется недешево, начиная от 1300-1400 долларов в месяц и выше. Серьезный минус этого района, конечно, пробки, которые увеличиваются с каждым годом. Вот по этой улице Халявир мы частенько гуляли с моей покойной мамой. Вечерами после работы я возвращалась обычно часов в 9-10. Я преподавала английский на курсах. А мама, как и многие в Израиле с университетским образованием, работала помощницей по хозяйству в одной семье, то есть уборщицей. Но, как говорила мама, любая работа хороша и делала свое дело отлично. Еще и приводила в порядок интерьер комнаты заодно, ее очень любили ее хозяйки. И вот вечерами мы с ней здесь гуляли. Потрясающий вид открывается отсюда, особенно вечером, когда все в огнях. А за моей спиной улица Гдуд Хермеш. Вот на этой улице я жила, когда мы познакомились с моим будущим мужем. Так что мы здесь тоже ходили, еще женихом и невестой. Ах, давно-давно это было. Вот это главная улица Писгадзеева, называется она Моше Даян. Немножко здесь шумно, не знаю, слышите ли вы меня. А вот эти все дома строили практически на моей памяти. То есть весь Писгадзеев – это сплошные новостройки. И район до сих пор продолжают строить. По-моему, он уже давно превратился в небольшой городок, а не микрорайон. Ну что же, нам пора домой. Скоро вернутся из школы наши старшие девочки. Мы на сегодня прощаемся с вами, но обещаем выходить в эфир как можно чаще.